Я принимал участие в прокладке трубы, такие физические упражнения в течение 2 часов. Для меня редкость, большая редкость. Оля ни разу не смотрела «Тупой еще тупее». Перевод вообще говно. Чего ты говоришь? Фильм говно? Не, не смешно. Полная хрень. Ну, видимо, это нужно однажды посмотреть, вот вовремя этот фильм, и чтобы он навсегда с тобой остался. Как «Звездные войны», которых я не смотрел. Я одну часть смотрел с Ваней в кинотеатре. Последняя, 2 года назад выходила. Но я вообще не в теме. Как и «Властелин колец», и «Гарри Поттер», вот мимо меня. Видимо, также Оле неинтересно «Тупой еще тупее». Ну, смешно уже. Смешно уже. Все равно это тупой юмор, просто тупой. Давай, 3 любимых фильма. Ну, вообще, быстро. «Курьер». Так. «Ешь, молись, люби». Так. «Эрин Брокович». Чего это все? Пляж, вот там где стоит скамейка, на ней можно было сидеть. Воды столько прибавилось, примерно на 2 или 3 метра. Сейчас я в бане, я без фанатизма помоюсь, погреюсь. Прошло, наверное, минут 20-25, хреново я банщик. На меня только дрова переводить. Сейчас чаю напьюсь и спать. Трезвый. Чай, 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 чай. Вырубился вчера, 9:10, просто мешком упал. Сон — лучший отдых. 5 утра, понедельник.